товарищи, сегодня события приняли характер, вызывающий у меня изумление. Первая информация пришла из Воронежской области. Очередная информация о том, где именно и как проводить. То есть Воронежская область активно работает. Московская область вообще готова в пределах своих полномочий оказать любую помощь в проведении данных мероприятий в ходе марша в поддержку политики президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Липецкая область также готова, и место согласовала, и маршрут. Тульская область согласовала, ввело своего человека в организационный комитет. И сегодня же поступили сведения из администрации Краснодарского края. Эти учреждения предписывают покинуть социальной справедливости помещения и прекратить любую деятельность в поддержку политики президента Путина. В личной беседе сотрудники этих администраций сказали, что это прямой приказ Ткачева. Ну и другого мнения, что Ткачев против Путина, ну, у нас нету. Чем вызваны данные события, нам неизвестно.